Десятки российских наемников погибли и попали в плен. Вновь горит нефтезавод в Курской области. Путин сознался, что главная задача России – самоутверждаться. Израиль пригрозил Ливану полномасштабной войной. А в Штатах выбирают кандидата в вице-президенты от демократов. Главные новости на этот момент. Далее. Убиты и ранены десятки российских наемников. Туарегское повстанческое движение заявило об успешной атаке на группу из ЧВК «Вагнер» у границы Мали с Алжиром. Вблизи города Тинзауатен бои длились 2 дня. Повстанцы также захватили бронетехнику, грузовики и цистерны противника. Известно, что армия Мали сообщила, в боях 2 ее солдат погибли и 10 получили ранения. Однако при этом ликвидировано около 20 боевиков. Кроме того, во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии в городе Кидал. Обошлось без погибших. Напомню, что туареги – этническая группа, которая населяет регион Сахары, в том числе часть Северного Мали. Они начали восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, которое позже перехватили исламистские группировки. Также в 2015 году правительство и повстанцы подписали мирное соглашение. Но в конце 2022 года движение вышло из переговоров. Российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в стране в очередной раз захватили военные, а год спустя хунта пригласила для обеспечения безопасности ЧВК «Вагнер», отмечает русская служба BBC. В Роспабликах сообщают, что в Мали убили известного российского про-вагнеровского блогера и администратора канала «Грейзон» с позывным «Белый». Если эта информация соответствует действительности, то канал вел 31-летний уроженец Липецкой области Никита Федянин, который часто публиковал видео убийства украинцев. Сколько же наемников уничтожено? Как сообщает AFP со ссылкой на представителя повстанцев, погибли как минимум 17 человек. По данным телеграм-канала «База», в бою погибли 20 вагнеровцев. Связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал «Department» утверждает, что большая часть погибших – это солдаты правительственной армии. Интересно, что в сети уже появилось предложение якобы от джихадистов-туарегов, что они готовы передать взятых в плен вагнеровцев Украине. Неизвестно, это личный порыв блогера, позиция группировки или российское ИПСО, но в посте речь идет о передаче наемников Вагнера как знак поддержки и солидарности. По данным некоторых телеграм-каналов, уничтожили не меньше 80 российских наемников. Ссылаясь на анонимного командира 13-го штурмового отряда, россияне пишут, что более 15 вагнеровцев находятся в плену. Их называют российские наши товарищи, военнослужащие, которые представляют интересы России. Далее цитата. «Прошу просто помощи у Министерства обороны, у правительства нашей Родины в этом вопросе. В свою очередь, я готов предоставить самого себя и всех тех людей, которые готовы будут пойти за мной абсолютно безвозмездно, дабы спасти пацанов. Я готов собрать всех людей, которые будут готовы безвозмездно, без каких-либо страховых выплат, полететь туда. Я найму чартер и вместе с этими людьми полечу в Мали для того, чтобы выручить наших ребят». Действительно, спасать нужно ребят, ведь они за большие деньги стреляют то тут, то там, по кому скажут. Как это было в Украине, когда наемники врывались в чужие дома, избивали и расстреливали мирных жителей. Другой вопрос в том, будет ли Россия спасать ЧВК в Мали, учитывая, что даже свое высшее командование она не шибко бережет, если уж оно дает осечку. Да и не до того диктатору. Как вы думаете, отреагировали на призывы наемников в Кремле? А никак. В РФ нынче празднуют День остатков военно-морского флота, и совершенно там не до каких-то мертвых россиян. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота! Кстати, на параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ участвуют и корабли ВМС Китая. Китайские моряки скандируют: «Здравствуйте, президент! Да здравствует дружба Китая с Россией!» Ну и пока ВМС РФ и китайские адмиралы салютуют Путину, в Курской области сегодня были свои салюты. После атаки БПЛА что-то горело на Полевой. Эта нефтебаза расположена в одноименной деревне Курского района. Местные жители уже показали зарево. А курские каналы также пишут о пожаре в жилом доме в Медвенском районе. По версии Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 5 БПЛА над Белгородской и 2 над Курской областями. Атака на Полевую приходится не впервые. 15 февраля 2024 года нефтебаза уже была повреждена дронами. Тогда загорелись 2 резервуара с дизельным топливом на 1400 кубометров. Нынешнее возгорание на этот момент подтвердил и местный губернатор Смирнов. Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе.
загорелись 3 резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал. В борьбе с огнем задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается. Бои за урожайное и Нью-Йорк продолжаются. Аналитики Deep State ранее сообщали, что урожайное на юго-востоке Донецкой области россиянам удалось захватить. Также напомню, что российские СМИ распространяли видео с триколором, который установили якобы в населенном пункте так называемой ДНР российские освободители. Тряпку расположили на здании местной администрации или на том, что от него осталось после того, что оккупанты называют освобождением. Но после того, как оккупанты установили свои флаги на руинах урожайного, они недолго провисели. 20-й отдельный батальон специального назначения Украины их аккуратно и оперативно убрал. Делаем вывод, что ситуация по расстановке сил в поселке меняется. Ведь ранее, 18 июля, официально об отходе войск сообщил и спикер оперативно-стратегической группировки войск Назар Волошин. Силы обороны из-за того, что враг разрушил в урожайном почти все, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, державших там оборону. Продолжаются бои в Нью-Йорке на Торецком направлении. Стоит отметить, что борьба идет фактически на выжженной земле. Россияне продолжают артиллерией и авиацией уничтожать застройку и остатки промышленного сектора в населенном пункте. Этими фото военнослужащие ВСУ поделились 24 июля. Ранее аналитики Deep State сообщали о захвате Волчьего села около Прогресса на Донецком направлении, бои на подступах к которому начались еще в конце апреля. Я напомню, поселок Прогресс удалось захватить оккупантам, и украинские военнослужащие оказались в окружении. Тогда писали, что бойцам придется либо с боем пробиваться на запад, либо ждать, пока другие бригады пробьются на восток. Но уже 25 июля аналитики Deep State сообщили, что ночью бойцам 31-й отдельной механизированной бригады удалось прорваться из окружения. Командир батальона 47-й бригады «Магура» Александр Ширшин с позывным «Гений» рассказал, что бойцы в определенный момент оказались также почти в кольце, практически со всех сторон. Сейчас он говорит о ситуации в Волчьем. «По состоянию на сейчас прогресс не наш, Волчье не наше. Сказать, что это произошло из-за какого-то одного фактора, не могу. Это вопрос подготовки личного состава, понимания принципов управления, количества БК и техники. Это компетентность офицерского, управленческого состава. Это мотивированность людей. К сожалению, это война». Во время штурмов россияне задействуют огромное количество пехоты. Были случаи, когда на штурм не позиции, а небольшого наблюдательного пункта враг отправлял 30 человек, рассказывают военные. Плюс подтягивались резервы и бежали по полю в рассыпную. Оккупанты бегут не то чтобы спланированно на какой-то конкретный участок, дом или позицию, а просто как муравьи рассыпаются в разные стороны, рассказывают военные. И, скорее всего, россияне просто пытаются истощить силы обороны таким образом. Официально в ЗСУ о потере контроля над Волчьим не сообщали. В сводках идет речь о том, что идут бои. Аналитики также пишут, что враг продвинулся у Водяного, Уманского, Новоселовки 1, Желанного, Веселого и в Красногоровке. И все это происходит при поддержке не только российского ВПК, который стал основной расходной статьей в бюджете РФ, но и лояльных к стране террористки и диктатур. В Институте изучения войны указывают на то, что Россия углубляет отношения с Ираном и Северной Кореей, которые предоставляют РФ летальную помощь для войны в Украине. Иранское государственное информационное агентство Mer News Agency сообщило, что Иран запустит свои спутники Хот-Хот и Касар на низкую околоземную орбиту с неустановленной российской станцией в октябре 2024 года. Агентство Bloomberg сообщило, что валовой внутренний продукт Северной Кореи вырос более чем на 3% в 2023 году по сравнению с 2022 годом после ежегодного сокращения с 2019. То есть экономика глубоко подсанкционного государства возрождается именно благодаря России, на которую также наложены санкции. По оценкам Банка Южной Кореи, тяжелая химическая промышленность Северной Кореи, в частности производство железа, стали, меди, никеля и алюминия, выросли больше всего в 2023 году, более чем на 8%. Министр обороны Южной Кореи Шин Ван Сик ранее заявлял, что поставки России продовольствия в Северную Корею в обмен на оружие помогли Северной Корее стабилизировать цены и, вероятно, стимулировали внутреннее производство. Кроме того, по сообщениям, КНДР передала России более 4 миллионов артиллерийских снарядов, а Иран поставил в Россию беспилотники «Шахет-136», «131» и их компоненты. Ось зла раскручивается все сильнее, и
Украина остается на передовой линии фронта перед угрозой, принимая удар на себя. Ведь Россия не воюет за правду, не воюет за свою землю, а самоутверждается, как заявил сам диктатор. Он абсолютно не отрицает, что РФ веками занимается оккупацией и впитыванием других народов в угоду своему искусственному величию. Сегодня Путин об этом говорит, абсолютно не скрываясь. Вы знаете, Россия практически во все времена самоутверждалась, боролась, укрепляла себя изнутри, во внешнем контуре укрепляла себя. На самом деле веками ничего не менялось. Были разные периоды в истории России, безусловно, но благодаря всем народам, которые впитала в себя Россия, которые стали органичной частью многонационального и многоконфессионального государства, благодаря народам России Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более и более уверенно. Поговорим также о войне на Ближнем Востоке. Израиль нанес ответный удар. Армия обороны сообщила, что воздушные силы атаковали ночью ряд объектов Хизбаллы. Израильские военные отметили, что воздушные силы нанесли удары как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана. Цахал сообщил, что в числе атакованных объектов были тайники с оружием и объекты террористической инфраструктуры в районах Чебриха, Борж-эль-Чмали, а также Бекаа, Кфар-Кила, Рабль-Талатин, Хиам и Таэр-Харфа. Этот удар стал ответом на атаку по футбольному полю. В результате ракетного обстрела на оккупированных Израилем голландских высотах в субботу погибли 11 человек, в том числе дети, заявили израильские власти. Местная служба скорой помощи сообщила, что еще 13 человек получили ранения в результате ракетного обстрела из Ливана, который попал в футбольное поле в друзской деревне Мадждал-Шамс. В обстрелах обвиняют поддерживаемую Ираном Хизбаллу. Атака пересекла все красные линии, а Израиль приближается к моменту тотальной войны против Хизбаллы и Ливана, заявил министр иностранных дел Израиль Кац в интервью Axios. Спикер МИДа Израиля сообщил, что ракета, ударившая по футбольному полю, была иранской и назвал единственный способ прекращения этой войны. Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая была бы разрушительной также для Ливана, это заставить Хизбаллу выполнить резолюцию 1701 года Совета Безопасности относительно разоружения и отвода сил. Сейчас последний момент, чтобы сделать это дипломатическим путем. Но, например, по мнению Лаврова, а Россия неизменно комментирует все, что касается действий Израиля, уничтожить подобные организации не под силу ни Нетаньяху, ни кому-то еще в мире. Выступая с поддержкой прокси-групп Ирана, своего партнера по военной агрессии, РФ пытается всячески нивелировать возможности Израиля хотя бы в политической плоскости. На мой взгляд, и эту точку зрения разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача полностью уничтожить организацию, которая существует и у которой есть достаточно возможностей и достаточно поддержки, я бы так сказал, в том числе в мусульманском мире. Как отмечает Reuters, удар по голландских высотах является самым смертоносным в Израиле или на аннексированной Израилем территории с начала военных действий в секторе Газы. Хизбалла отрицает все обвинения по этому поводу. Атака на футбольное поле произошла после израильского удара по Ливану, в результате которого в субботу были убиты 4 боевика. Два источника в органах безопасности Ливана сообщили, что 4 боевиков, убитых в результате израильского удара по Кфар-Киле на юге Ливана, были членами различных вооруженных группировок. По крайней мере, один из них принадлежал к Хизбалле. В Белом доме осудили ракетный обстрел на высотах, назвав его ужасным, и выразили непоколебимую поддержку Израилю. Но при этом Байден, Харрис и Трамп призвали премьера Израиля работать над прекращением огня и обменом заложников, пишет издание Washington Post. Я напомню, что Бенямин Нетаньяху завершил официальный визит в США, где встретился с представителями обеих партий. И визит сопровождался протестами против войны в Газе. Харрис призвала Израиль принять соглашение, чтобы добиться прекращения войны. И в завершение пару слов о предвыборной кампании Камалы Харрис в США. Вскоре она должна получить номинацию Демократической партии на участие в президентских выборах. Более того, в окружении кандидатки определились с тремя наиболее вероятными кандидатами в ее вице-президенты. По словам источников кампании Харрис, которых цитирует Bloomberg, в короткий список претендентов на вице-президентскую номинацию входят сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Волс.
Белые политики – мужчины с центристскими взглядами, которые могут помочь Камале Харрис привлечь колеблющихся избирателей, а также доноров, имеют яркие политические стили и публично критиковали Дональда Трампа, как говорится в материале Bloomberg. К примеру, Марк Келли представляет так называемый ключевой штат, результат голосования в котором может определить судьбу выборов президента, а также занимает более жесткую, чем администрация Джо Байдена, позицию в вопросе миграции. Джон Шапиро является популярным в Пенсильвании губернатором-демократом и опытным оратором, который может привлечь голоса выборов из сельской местности. А Уолтс, бывший учитель и военный Нацгвардии США, может стать противовесом Трампа, кандидату в вице-президенты Джей Ди Венсу в борьбе за голоса из штатов Среднего Запада. Процесс проверки кандидатов в вице-президенты Харрис возглавляет бывший генеральный прокурор времен Барака Обамы Эрик Голдер. Его фирма собрала досье на 12-15 потенциальных кандидатов. И как только в США назовут имя кандидата, я вам обязательно об этом расскажу. Меня зовут Яна Богославская, вы смотрели главные новости на этот момент и увидимся завтра в новом выпуске. Пока.